Грязь, пустырь и заросли бурьяна. Примерно так выглядела набережная Уводи за Соковским мостом пару лет назад. Сейчас некогда непроходимое место стало центром притяжения для жителей города всех возрастов. Уже в 2021 году там появились велодорожки, теннисный корт, освещение и даже своя Ивановская сакура. Ольга Гречухина в разговоре с губернатором отметила, что особую популярность участок получил среди гуляющих с детьми родителей. Реконструкция продолжится и в следующем году, ответил глава региона на вопрос о дальнейшем развитии набережной. Были определенные результаты голосования. Решение было принято властями несколько иное, не набережную. И тогда группа активистов, живущих, сказали, что, слушайте, ну так нечестно, мы голосовали, набережная, весь город ее ждет. И решение было изменено, и началась реконструкция набережной, мы продолжим реконструкцию в 2023 году. А в будущем уже в сторону пойдем в Ивановских мануфактур, но это будет чуть позже. Новый участок от Самойловского моста до моста энергетиков составит чуть больше километра. Безлюдные и запущенные пространства заполнят спортплощадками, уличной мебелью и качелями. Отдельно продолжат посадку экзотических деревьев и кустарников. Денис Воробьев, телекомпания «Барс».